як назнати Соловева в тобі. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі в нас 22 серпня, вівторок. І це традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Що ж, з 21 на 22 серпня масована атака безпілотників на саму Москву і Підмосков'я. І всі аеропорти були тимчасово перекриті. Знову ж таки, цей план кавьор. І суть в тому, що величезна кількість рейсів не змогла виїхати з столиці країни-агресорки. Пане Романе, знову ж таки, мене питання. Наскільки ці удари паралізують те, що відбувається в Москві, і загалом, чи це несе більше такий, знаєте, психологічний характер, що ми демонструємо, або ті, хто запускають безпілотки, демонструють, що не так солодко може житися країні-агресорці? Ну, по определенным протоколам безопасности аэродромы должны закрываться. План ковер – это значит, либо все сидят, либо никто не садится на эти аэродромы, уходят на другие аэродромы. То есть закрывается воздушное пространство. Воздушное пространство закрывается, когда есть неопознанный летательный объект, не НЛО, конечно, а просто объект, который, тем более во время войны, который может нанести определенное поражение. Потому для того, чтобы снять опасность, на себя никто брать не будет, ни руководители полетов, ни диспетчера, естественно, посадку или взлет суден, если есть неуправляемые какие-то моменты такого уровня. Потому план ковера объявляется, и, естественно, все уходят, все сидят, пока этот НЛО не будет либо сбит, либо сядет, ну, то есть не уйдет с экранов радаров. Беспилотники, которые наша разведка использует, ну, это уже понятно, что это, скорее всего, это гуровская тема, именно беспилотники воздушные с такой дальностью. Они используют их волнами практически каждый день, по несколько беспилотников выполняют боевую задачу. Но это боевая задача, это не психологическая задача, там, для того, чтобы посадить или не посадить. Это у нас слишком не так много беспилотников, чтобы еще их использовать и на этот момент. Выполняется боевая задача по уничтожению разведанных военных объектов, которые являются легальными военными целями. Ну а россияне просто за счет вот этого протокола безопасности им приходится присаживаться, называется. Да. Начнем приседание. Ну вот примерно так ГУР и выполняет задачи. Пане Романе, вчора ми з вами говорили і згадували, так, про ураження безпілотником Ту-22М3 в Новгородській області, аеродром військової Солнце. А тепер стало відомо, що поруч є Калузька область, в них є аеродром Шайковці чи Шайковка, і також є влучання туди безпілотника. За попередньою інформацією кажуть, що це може бути і бобер наш. ГУР, головне управління розвідки, каже наступне, що загалом за 3 дні нам вдалося, як мінімум, або пошкодити, або ліквідувати 5 літаків. Скажіть, будь ласка, чому ж не захищають росіяни такі критичні інфраструктурні об'єкти? І Сольце, і Шайковка, оба аеродроми, це аеродроми там, де стоять дальні бомбардувальники, Ту-22М3. Они являются сейчас одной из таких важных целей для нас, потому что они не носители Х-22, это ракеты, которые они не точные, но наносят очень большой вред мирному населению, гражданской инфраструктуре, там до тонны взрывчатки. Потому для того, чтобы, а так как мы их перехватить в воздухе не можем, Х-22, пока, по крайней мере, не можем, у нас мало ЗРК, которые могут перехватить, это только Патриот, СМТ может с ними потягаться, и то, если стоят в определенном азимуте, то, скорее всего, принято решение уничтожать сами носители. Правильное, грамотное решение, то есть Ту-22М3, если отминусовать или хотя бы начать, то поменьше будут они летать. Они сейчас в основном аэродром подскока у них или запасной аэродром используют аэродром Моздок, это на Кавказе, то есть оттуда уже выходят и сбрасывают либо над Азовским морем, либо над Черным морем идет сброс Х-22. Но есть эти самолеты есть и по другим аэродромам России. Потому в последнее время активизировалась наша разведка. Это может либо ГУР, либо СВР, служба внешней разведки, главное управление разведки Министерства обороны. Может и контрики Малюка
СБУ также работать. Активизировали группы, которые с помощью коптеров, россияне именно о коптерах и говорят. То есть с помощью коптеров, это значит взлет с территории России недалеко, там километры, десятки километров от самого аэродрома. И дальше выводят коптер на самолет, так как мы один раз видели видео посадки на локатор А-50 Мачулича. То есть примерно так, в таком же самом режиме, только уже с хорошей взрывчаткой, выходят на эти Ту-22, там расположены баки, интересно. То есть подорвать снаружи можно баки, а баки практически, практически всегда в боевом режиме они полные. То есть не сливается топливо, наоборот заполняется. И вот эти самолеты легко сжечь, по крайней мере, сначала стараются их вывести из строя или как-то повредить, но если идет топливо, то керосин можно еще и поджечь. И тогда самолет полностью сгорает, вот как мы видели в Капонире, сгоревший Ту-22. Прикрыть практически невозможно. Дело в том, что для того, чтобы прикрыть все аэродромы у россиян, надо выпускать, все бросить и выпускать только зенитно-ракетные комплексы лет 20-30. Вот тогда, может быть, они их сделают в таком количестве, чтобы можно было все аэродромы России прикрыть. Потому из-за нехватки комплексов выставляются определенные посты, так называемые посты наблюдения, которые, ну, с помощью трех линеек, это я сейчас шучу, ну, то есть с какими-то такими моментами, связанными с зенитными установками, может быть, как-то пытаются прикрывать каждый самолет, то есть возле каждого капонира пост, и дальше уже как-то решают этот вопрос. Но пройти их легко, так как люди, любой пост – это люди, ну, а человек, он не может 24 часа в сутки в небо смотреть. Потому будут гореть, я думаю, часть Ту-22-х мы вот таким методом сожжем. Пане Романе, до речі, наскільки це відповідає дійсності, що насправді, от, власне, втрата Ту-22М3 – це є непоправні, не зворотні втрати, тому що росіянам немає чим їх ремонтувати, вони вже зняті з виробництва і нічого з комплектуючого в них немає? Производить они их уже точно не могут, ни Ту-22, ни Ту-95, пытались Ту-160 выпустить, но, скорее всего, так у них и не получилось. То есть максимум, что они могут, это разукомплектовывать самолеты в качестве доноров, использовать самолеты уже, допустим, вышедшие из эксплуатации, и их, разбирая на запчасти, восстанавливать какие-то другие самолеты. Все, у россиян эта тема полностью закрыта, они никогда уже ее не запустят. То есть дальней стратегической авиации у них уже не будет, не восстановится. Потому, естественно, каждый вышедший из строя любым способом самолет такого уровня – это непоправимая, безвозвратная потеря для російських воєнно-космічних сил. Пане Романе, давайте трішки по фронту пройдемося. Збройні сили України, Генштаб повідомляє, що загалом лише на Куп'янському напрямку, от ми бачимо стрілки, кудою намагається ворог атакувати в бік Куп'янська і Куп'янськ-Вузловий, ключові точки, зібрали 45 тисяч живої сили, десь 300-400 танків, бронетехніка і багато артилерії. Чого очікувати нам на цьому напрямку? Як ви вважаєте, враховуючи, що тут є річка Жеребець, так, яка, в принципі, могла би захищати наші тили, оскіл, верніше? Оскіл, Жеребець і Красне – це три ріки, паралельно йдуть вони з севера на юг і впадають всі в Сєвєрський Донець. Це такий междуречье, район, в котором очень сложно наступать широкомасштабно большими силами. Потому для россиян проблема, даже если они 50 тысяч собрали с техникой в одном месте, развернуться очень сложно. Там и речки, притоки речек, очень много озер, леса, посадки. То есть сложно развернуть какие-то наступательные действия в определенную глубину. Потому они сейчас пытаются с помощью артиллерии, авиации, так как рядом Валуйки, то есть рядом граница России, налажены схемы поставки военных, военной амуниции и живой силы. Для них это оптимальный вариант, самый удобный регион для наступательных действий, потому они здесь и скопили определенное количество
живой силы. Скорее всего, будут пытаться в районе 24 числа, но тут в ближайшее время, выполнить какие-то такие масштабные, постараться как-то масштабировать наступательные действия для того, чтобы либо связать наши стратегические резервы, сдернуть их на это направление, либо такая ближайшая оперативная задача для них — это выйти на Купянск, Купянск-Узловой. Даже не так сам Купянск им важен, как Купянск-Узловой. Именно эта узловая станция железнодорожная, она дает возможность в ветке работать железнодорожной ветке Валуйки, Купянск, Купянск-Узловой, дальше на несколько областей. То есть им вот этот узел важен. Ну, наши войска выполняют определенные задачи оборонительные пока в режиме активной обороны с помощью в основном артиллерии, часть авиации, там используется и наша авиация. Удерживаем эти войска, пытаемся их прорядить, по крайней мере. Вот за прошедшие сутки, по данным Генштаба, 410 россиян уничтожено, несколько танков и 2-3 десятка единиц боевых бронированных машин и тех же 31 ствол артиллерийский. То есть такой хорошая работа, как раз вот часть здесь на Луганском направлении. Но бои очень тяжелые, особенно за счет, еще раз повторюсь, за счет достаточного количества снарядов именно в этом месте. Потому впереди, я думаю, так несколько недель, может быть, до осенних дождей россияне будут в этом месте постоянно атаковать. Пане Романе, інший відтинок фронту – це є Південний. Вчора ми з вами говорили, що біля Роботину є успіхи, і бачимо по карті, Генштаб передає, є наші просування з сходу і заходу. І бачимо, ми робимо цей клин між Вербове все ширшим і ширшим, і Копані. Загалом, начебто тривають бої вже на Українах Південних від Роботине. І якщо ми візьмемо Роботине, ми бачимо, що від цього населеного пункту до Токмака безпосередньо 22 десь кілометри. Чи правильно я розумію, пане Роман, що взявши Роботине, ми зможемо підтягнути артилерію і вже доставати до важливих дуже позицій росіян в Токмаку, де в них є склад боєприпасів, і жива сила, і техніка, і все необхідне для цього напрямку фронту? Сейчас расширяем плацдарм в районе Роботина, восточнее, юго-восточнее Роботина, вот как раз на Вербовое. Это плацдарм, это мы уже зашли на первую линию обороны россиян и начинаем расширять ее. То есть идем вдоль линии обороны, так удобнее сам плацдарм, уже подрывать его практически. Потому как только зайдем южнее Роботина, россиянам придется из него полностью уходить. По крайней мере, сейчас их там нет, то есть они пытаются удержать в режиме серой зоны там часть Роботина, западную, юго-западную, но вот выход наших войск южнее уже Роботина и движение на Вербовое даст возможность вот только тогда подтянуть артиллерию. Дальность артиллерии где-то до 30 километров, средняя где-то 25-20-25, но арта на ноль же не выходит, потому километров 5 ей надо. До линии фронта. Все зависит будет от самого характера плацдарма, который будет создан. По большому счету, еще, может быть, несколько километров южнее Роботина, и тогда уже наша артиллерия сможет работать точным оружием по складам в районе Токмака. Я думаю, в следующей неделе мы это уже будем слышать, видеть, так как этот прорыв расширяется в районе Роботина. Сейчас россияне начинают перебрасывать стратегические резервы из Донецка, с Донбасса, по крайней мере, и даже из-под Луганского фронта. Эти 45 тысяч человек, которые в Луганске, там уже часть пионов оттуда ушла на работе, это минометы на трейлерах пошли. Часть техники также перебрасывается аж с Луганского фронта вот в район Работина. Здесь такой закон сообщающихся сосудов. Взять их просто в другом месте негде, потому наши действия в районе Роботина чуть разгрузят наших ребят в районе Купянска, по крайней мере, от россиян. И опять же, перебрасывать это сотни километров, несколько сотен километров им приходится перебрасывать в технику,
в это время, это определенные затраты, то есть даже такого рода переброски для них, они очень неудобные. Для нас это мы внутри фронта находимся, по ракадным дорогам несколько часов можно перебросить, а для них это приходится несколько дней перебрасывать, а это значит на это время выходят из оборота эти части, эта техника. Движение из-под Работино идет в основном на юг, то есть оно будет общее южнее на пересечении железной дороги и трассы, еще и соединяющий тот же Бердянск с Токмаком, ну и железная дорога с Волновахи на Черниговку на Токмак, ее также надо будет пересечь, то есть, но до нее мы уже можем доставать даже сейчас. Там есть некоторые участки, где уже может наша артиллерия работать по этой железной дороге. Я думаю, уже россияне не будут вольно по ней перемещаться. Чуть южнее надо пройти несколько километров, чтобы мы уже начали доставать еще и до трассы с Бердянска на Токмак, для того, чтобы тоже взять под оперативный контроль и эту основную, да, и эту основную трассу, которая по которой на Токмак идет вооружение. Пане Роман, от ми завжди з вами говоримо, коли і як ми зможемо дійти до Азовського узбережжя, це Бердянськ, Донецька Ялта, Маріуполь. Скажіть, будь ласка, наскільки вірним є твердження, що Збройним силам України не обов'язково наразі виходити до узбережжя, а достатньо, от білим кольором бачимо, це є залізничне полотно, яке йде от Токмак і аж до Волновахи. Нам достатньо дійти до от цих от, скільки, 60-50 кілометрів, менше навіть, аби тримати під вогневим контролем і перебити повністю логістичні потуги росіян. І тоді ми змусимо їх самих йти з цього напрямку. Железну дорогу ми пересечемо, да, там чуть більше 20 кілометрів, не 50, не 60, 20 кілометрів, тобто менше. Выход, но нам однозначно надо будет идти на Азовское побережье. Почему? Потому что еще одна линия автомобильная идет вдоль Азовского побережья. Ага. Причем это большая трасса, по которой они могут в конце концов перебросить не так, как по железке, по крайней мере, да, вот она есть. Это Ростов, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. И вот по этой трассе, от этой трассы ответвления есть на север и на Токмак, и на Пологи. То есть из этой трассы можно питать фронт. Но движение в сторону этой трассы, где-то вот от здесь вы правы, около 50 километров нам надо пройти с того места, где мы сейчас находимся, от Запорожского фронта. И мы тогда возьмем под огневой контроль эту трассу. Россияне точно не будут оставаться на узкой полосе там, в 30-40 километров вдоль Азовского побережья. Это смерти подобно называется. Не удержат они 200 километров фронта с шириной 40. Даже с шириной 100 километров удержать практически невозможно. А 40 уж точно не удержат. Потому наше движение где-то уже за Токмак, южнее Токмака, вынудит россиян к уходу из южных областей Запорожской, ну а, естественно, движение на Азовское побережье точно будет переводить в оперативное окружение Херсонское направление, потому они из Энергодара будут уходить. Будут идти примерно как по траверзу нашего движения на юг. Потому нам надо реально пройти несколько десятков километров в сторону Азовского побережья. У россиян фронт посыпется, они будут уходить. Отходить, понятно, не бежать, у них система отхода есть, они ее отстраивали, то есть и планы российского командования есть на отход полный. Но сейчас, на данный момент, они пытаются удержать этот фронт, додержать его до осенних дождей. То есть все силы будут брошены, вплоть до того, что будет остановлено на Луганском направлении полностью наступательные действия, перебросят эти там 50-70 тысяч человек и будут пытаться удержать Запорожское направление. То, что, кстати, что они сейчас и делают. Но как только у них это уже не получится, тогда уже будут включать режим отхода. Пане Романе, ми завжди, от ви згадуєте, і завжди говоримо регулярно про Херсонський плацдарм, який був затоплений підривом Каховської дамби. Ми прекрасно розуміємо, і ви не раз це казали, що найкоротший шлях до тимчасово окупованого півострова – це є, власне, з Херсону, тому що тут 75-80 кілометрів. Наскільки ми можемо розглядати цей плацдарм як частина, де ми можемо розпочати якісь дії? Чи Херсон наразі слугує лише відтягуванням військ противника?
Нет, это действительно это оптимальный вариант для захода в Крым. Но он в одном единственном режиме не работает. Дело в том, что надо обязательно пересекать сухопутный коридор. Потому что заходить в Крым, с одной стороны, если у них будет связь с Россией, с другой, это очень сложно. И, в принципе, мы понесем большие потери и не решим проблему. То есть выходить из Херсона на левый берег и двигаться на Армянск, на Крым, нужно только тогда, когда мы уже будем на 100% понимать, что пересекаем трассы снабжения с Крымом, то есть вот эту сухопутную трассу, где-то километров, это вот до Токмака надо дойти, наверное, до траверза Токмака дойти, до железной дороги. И, в принципе, уже можно начинать форсирование Днепра, там примерно останется по времени, не по расстоянию, а по времени одинаковое, одинаковое количество дней или недель для выхода уже на Азовское побережье с одной стороны и захода в Армян с другой. Это как раз надо делать в унисон, то есть дуплетом с одной и с другой стороны. Скорее всего, так оно и будет. Почему и сейчас у нас на левом берегу активизировались наша разведка, но мы не создаем плацдармы, потому что просто еще рано. Вот, да, как будем подходить, еще раз повторюсь, к траверзу Токмака, вот тогда оптимал начинать форсировать. Пане Романе, по F-16, які нам пообіцяли і Данія, і Нідерланди, 61 одиниця, там розтягнулися ці постачання, розтягнуться на кілька років. Данія офіційно сказала, що остання партія з 19 винищувачів має прийти в 2025 році. Скажіть, будь ласка, але от почали з'являтися повідомлення про модифікації цих F-16-х, і з'ясувалося, може ви мене поправите, що як мінімум радари цих F-16 є слабшими за радіусом дії, ніж головного конкурента в стані ворога, це Су-35. Так і є, це старі версії F-16, там радари чуть більше 100 кілометрів беруть, але тим не менше вони працюють ракетами ADM-120D, тобто вони можуть і цей радіус, і цю дальність контролювати. Для тех задач, которые будут возложены на первые заходящие F-16, этого достаточно, потому что мы удерживать сейчас тоже те же Су-35 не подходят к линии фронта, не подходят к нашей границе из-за работы наших систем зенитно-ракетных комплексов, которые иногда появляются в таком в режиме работы навскидку ракетных засад, так называемых. Вот мы когда сбили над Клинцами 5 бортов одновременно Патриотом. То есть вот так Патриот может появиться в любом месте. Россияне прекрасно это понимают и сами не подходят на малую дальность к линии фронта. Потому держать Су-35 на большой дальности мы будем с помощью зенитно-ракетных комплексов. А F-16 будет выполнять задачи непосредственной поддержки войск на земле, за задачи ПВО в воздухе, то есть уничтожение ракет, уничтожение шахедов, то есть БПЛА и ракет, и выполнение задач подавления систем ПВО противника на театре военных действий. То есть те задачи, которые расписаны изначально для выполнения этими самолетами, хватит этих радаров и тех средств вооружения, которые эти самолеты могут нести. От этих средств как раз и зависит их эффективность, то есть что нам дадут вместе с самолетами, какие ракеты. Гарпуны и Хармы у нас уже есть, Storm Shadow, те же Скалпы, может, дадут Таурусы, можно сказать, уже есть это крылатые ракеты. Нам нужны еще AM-120, я думаю, это вообще не проблема, это ракета воздух-воздух, она же в Насамсе используется, вот как раз на дальность 100-110 километров. Для того, чтобы эти самолеты работали. Ну и определенное количество ракет и авиабомб, управляемых, неуправляемых, свободно падающих, надо для работы по земле. Плюс гондолы с системами радиоэлектронной борьбы для подавления ПВО противника. Это вот весь спектр вооружений, который, в принципе, нам будет нужен, но вместе с этими самолетами, еще раз повторюсь, выполнят свою боевую задачу. Ну, а те страты, что мы только две страны слышим, Данию и Нидерланды. Еще в коалиции больше десятка стран, и эти страны могут нам передать, другие страны могут передать даже по паре, по два, по звену, по четыре самолета.
с большими дальностями, то есть лучшие модификации, допустим, 70, 72, 50, 52, эти модификации там дальности 150-180 километров, они уже могут посоревноваться и побороться, по крайней мере, с Су-34, Су-35 при выполнении уже этих задач уничтожения этих самолетов. И еще эти самолеты МЛУ, они могут нести вот особенно ракеты, те же «Гарпун», есть чуть «Гарпуны ЕР» с большей дальностью, которые могут работать по кораблям. Чем еще важны эти самолеты? Они, в конце концов, «Гарпуны» подтянут ближе к кораблям российского флота. И начнем топить не только с помощью беспилотников надводных, «Си-бейбиков» и «Магур», или «Магур», а еще и с помощью авиации. То есть авиация, по большому счету, звено самолетов, звено, может потопить весь Черноморский флот, ну, где-то за недели-две с определенными задачами, с определенной поддержкой, с системами целеуказания. Потому все это серьезные, те самолеты, которые нам передадут, они такие серьезные вещи могут сделать. Ну вот посмотрим, к концу года мы их увидим, первую, по крайней мере, звено, это уж точно, 4 самолета, ну говорят 5-6, ну посмотрим, как будут передавать. Пане Романе, про передачу і наших союзників. До речі, Німеччина, яка побоювалась передавати нам дальнобійні снаряди, аби ми не били по території Російської Федерації, привітала рішення передати F-16 Україні. Сказала, що ми впевнені, що по території Росії з F-16 ніхто цілити не буде. І також цікава інформація, тому що глава оборонного комітету Бундестагу, така собі Штрак Циммерман, розкритикувала Шольца і сказала, що насправді в Німеччині є ракети «Таурус» достатньо, аби їх і передати Україні. Нагадаю глядачам, що ракета «Таурус» вона важить 1,5 тонни довжиною 5 метрів і може бути на 500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, наскільки «Тауруси» змогли би зараз нам помогти на фронті? Ну, первое, что сделали «Таурусы», вывели из строя Крымский мост точно на 100%, так как ни «Штормшеду», ни «Скалпы» до него не достают. Ну, не хватает у нас, не можем мы подойти к точке сброса такой, чтобы сбросить эти две ракеты, и они вывели полностью из строя. А «Таурусы» выведут буквально там до десятка ракет, даже если часть будет сбита. Система ПВО у россиян все-таки в районе моста довольно-таки серьезная, то часть, даже если будет сбита, часть пройдет и выведет из строя Крымский мост окончательно, причем это будет на украинской территории, в украинских территориальных водах, по крайней мере, в 12-мильной зоне от нашей, от Керчи. То есть здесь могут немцы даже не сомневаться, раз пообещали не бить по российской территории, по российской, по Тамани бить не будем, по крайней мере, но с нашей стороны моста не будет. То есть вот это первая задача «Таурусов». Ну и работа по Крыму, особенно по восточному Крыму, как раз по военным объектам, «Таурусы», конечно, очень бы сильно помогли. И да, в принципе, и по южному, и по центральному Крыму. Так мы еще до северного достаем с помощью «Скалпов», а вот до центрального и до южного здесь не хватает определенной дальности. Потому «Таурус» точно поможет, «Таурусы» есть. Шольц, я думаю, выдавит Шольц с американцев атакамсы. Это все-таки вопрос еще по атакамсам. Он завязывает примерно, как «Леопарды» завязал на «Абрамсы», «Таурусы» завяжет на атакамсы. И тогда будет, мы получим это и сначала «Таурусы», а потом, скорее всего, атакамсы под конец года вот таким дуплетом. Это тоже неплохо будет. Шольц в этом смысле мастак. Молодец. А вот, допустим, то, что не бить с F-16 по России, здесь вопрос, потому что я нигде вот такого словосочетания не видел. Я видел словосочетание, что запрещают летать на территории России. А это ж летать и бить – это две разные разницы. Потому, я думаю, здесь летать-то мы точно не будем на территории России, нам этого не нужно. Но вот те системы вооружений, которые могут работать по военным объектам с F-16, я думаю, мы сможем их использовать и по территории России, потому что тогда пропадает весь, ну, как минимум 30-50% КПД самолета. Угу. Если мы не сможем уничтожать ракеты, допустим,
которые идут в Украину, ракеты Х-101, «Калибры» или там Х-555 на территории России, ну, вопрос тогда, зачем их запускать, эти ракеты, и сбивать их у нас на территории? Их же может F-16 сбивать над Белгородом, сбивать там над Ростовом, откуда-нибудь, над Курском, откуда-нибудь заходить. Я имею в виду не города, а области. То есть над российской территорией их нельзя. Весь смысл самолета – это уничтожение боевых средств поражения противника на его территории. То есть с F-16 с дальностью 100 километров локатора он засечет ракету, которая идет с Каспийского моря, и уничтожит его где-то над Ростовом или за Ростовом, за Белгородом. Вот для этого F-16 и нужен. Я думаю, этот вопрос будет решен и как-то еще уточнен нашими дипломатами и нашим военно-политическим руководством. Понятно, самолеты, они не будут залетать на территорию России по разным причинам. Дело в том, что даже если вдруг самолет выходит из строя, чтобы он не упал на территории России, россияне там не смогли его как-то захватить даже в разрушенном состоянии. Это да. Ну а ракеты работать по территории России – это ж святое. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, на календарі 22 серпня, вівторок. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки і коментувати. Звісно, діліться цією розмовою з родичами, знайомими, тому що зобов'язані ми знати, що відбувається в цій визвольній війні проти росіян. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.